Добрый день! Сегодня мы приготовим постные пирожки. Для этого нам понадобится стакан теплой кипяченой воды, щепотка соли, 2 столовые ложки растительного масла, и мука. Тесто должно быть мягкое, поэтому будем сыпать муку, сколько возьмет вода, столько мы насыпем. Мука у меня просеянная. Сейчас мы ее соберем и посмотрим, достаточно ли муки. Да, муки достаточно, и тесто у нас получилось мягкое. Потом только мы подсыпем чуть-чуть, чтобы еще немножко перемешать. Тесто мы выкладываем на доску. Сейчас еще немножко его обомню. И минут на 10 мы его оставим отдохнуть, а сами займемся начинкой. Начинку мы приготовили лук с яйцом. У меня есть ролик, как приготовить данную начинку. Сколько нужно лука и яйца. Начинка у нас готова. Тесто наше отдохнуло минут 10. Теперь мы будем раскатывать корж. Корж мы будем раскатывать тонким. 0,5 миллиметра. Тесто мы раскатали, теперь будем раскладывать нашу начинку. Начинку мы разложили, теперь будем сворачивать рулетиком. Такой получился у нас рулетик. Теперь мы будем руками разрезать наш рулетик на пирожки. Вот так мы продавливаем. Сначала мы продавим. Вот получились наши пирожки. Осталось их ножом разрезать там, где мы продавливали. Наши пирожки мы выложим в форму, предварительно смазанную маргарином. Вот мы смазали и теперь вот так выкладываем. Немножко не рассчитали, надо было больше. Ну, замесили, сколько замесили. Выпекать будем в духовке. Сначала разогреем до 180 градусов, потом поставим выпекаться. Выпекается примерно 40 минут. Потом посмотрите. 40 минут прошло, наши пирожки вот спеклись. Теперь я беру каждый пирожок и смазываю вот так маслицем. Thank you.
Видите, у них появляется такой блеск. Наши пирожки постные испеклись. Правда, у меня сегодня наполовину постные. Тесто постное, а начинка не постная. Но можно сделать и постную начинку. Взять картошечку с укропом или сладкую начинку. Все зависит от вашей фантазии. Они очень хорошо с чаем, с кофе, с молоком. Так что пробуйте, делайте. Приятного аппетита!